Привет, малыши! В эфире наш «Покажи класс». Филя, ты зачем в апельсин столько зубочисток воткнул? Ха-ха! Ёжика пытался сделать! Да, Мур, угадал! Дело в том, что меня очень вдохновило одно стихотворение про этого зверька. Вот я решил себе такую поделку смастерить. Надо же! Похоже! А что за стихотворение? А стихотворение нам сейчас прочтет наш телезритель Степан. Отлично! Давай послушаем. Давай. Маленький ежик, четвероножек, на спине листок несет, песенку поет. Фуфты, фуфты, фу, самый сильный я в лесу, но боюсь одну лису. Маленький ежик, четвероножек, на спине хлебок несет, песенку поет. Фуфты, фуфты, фу, самый сильный я в лесу, но боюсь одну лису. Маленький ежик, четвероножек, на спине лису несет, песенку поет. Фуфты, фуфты, фу, самый сильный я в лесу, победил саму лису. Ой, какой молодец, Степа! Да, стихотворение прочел и меня на творческую поделку вдохновил. Здорово получилось! Предлагаю продолжить в том же духе. Давай! А кто у нас на очереди? Вероника с частушками для мамы. Вот это да! Ребята, смотрите вместе с нами. Внимание на экран! Что за шум? Что за гам? Мама удивляется. Это день 8 марта. Папа убирается. Ух! Мама села на диету, отдает мне все конфеты. Если б не было диет, не видать бы мне конфет. Ух! Я пропела вам частушки, все частушки хороши. Вы мне хлопайте смелее и посмейтесь от души. Браво, браво! И правда, от души посмеялись. Мне про конфеты особенно понравилось. Предлагаю посмотреть, какой пример нам подает следующая конкурсантка. Согласен, а как ее зовут? Маргарита. Ребята, давайте посмотрим все вместе. Ой, мне очень интересно. Сегодня и стихи послушали, и частушки, и даже спортом позанимались немного. Да-да-да-да, хорошая программа получилась. Ребята, вы тоже не отставайте. Снимайте побольше классных видео и присылайте на наш конкурс. Лучшие ролики мы покажем в эфире, а победители получат призы. Смотрите самый семейный канал «Карусель».